Алаверды всем. Это самое. Шо? Сейчас кормить буду. Всех своих вот этот вот колхозан весь. Сима тоже сидит, ждет что-то. Может, ей вдруг перепадет. Что я поделал сегодня? Вот только что поменял воду в этом аквариуме. Все-таки ж хочу. Снова купил же очередная партия воды. Хочу, чтобы у меня отнерестились же самые, чего они перестали нереститься. И улитки не растут, гляньте, в этом аквариуме. Вообще не растут в этой банке. У Пепе там вообще, смотрите, какие уже кабанюхи. Они там уже больше, чем шестигранники. Значит, вот эта Пепе вода жесткая. Короче, я так понимаю, пуляхам нужна жесткая вода. Посмотрите, он какая. Видите, какую? А, значит, что, отсюда как раз к Пепе пришли. Я отсюда убрал носорога, тот, что у нее сидел. Самца анцика. Вот посадил беляша вот этого. Это беляш от Валеры. У Валеры остался тот вуалевый, без дела сидит. Тут он самка пузатая. Не знаю, что с ней, как с ней быть. В общем, попробую поменять воду. Сейчас еще у меня там есть полбутылика покупной. Со своего осмоса стачу там 6 литров. Он Пепита, видите, носится уже, хавать хочет. Ладно, пошли дальше. И это прибежала Пепита за мной. Блядь, я посрываю ручки, когда-нибудь локтями посбиваю вот эти вот. Короче, шо я еще поменял? Ну, тут посифонил у них, убрал тут все такое с леганца. Тут подменил воду. Поменял у малых. Гляньте, вон, пухнут с голода аж бедные. Аж пухнут с голода. Гляньте, какие. Поопухали аж бедняги. Вон, посмотрите, какие. Пузатые какие плавают. Виктор, он говорит, ой, белые пробросы. Я говорю, какой проброс? Ни одного белого. Это свет. Все они красненькие. Ну, это свет светит. Вообще не все красненькие. Смотря с какой стороны посветит. Все они буряченечки. Все очень хорошо. Значит, ну, видите. Смотря с какой стороны свет. Там я не буду показывать. Знаете, такая поговорка. Если меньше знаешь, лучше спишь. Там тоже все пучком. Переставил чуть по-другому этот аквариумчик. Вот не знаю, блин, у меня там есть сейчас же бутыль покупной воды, но она такая горячая. Я еще, во-первых, ее еле нашел сегодня воду. Нигде нету воды, нигде не завозили. Может, этот фильтра меняет гусь водяной. В общем, как-то так. Все. В принципе, все. Тут вот что-то мутняк до сих пор. Ничего, никак он не поймает он баланс этот аквариумчик. Ну, ничего, то такое бывает. То бывает такое. Ну, тут сколько народу было, жило, ё-моё, бультыхалось. Тут фэншуйчик, все, вот севилюха. Где она? Вот она, севилька, видите, сидит. Севилька. Где-то видел тут улиточку, эту неретинку. Ой, даже я запомнил название, вы представляете. Корабль мотает свет, электроэнергию мотает. Вот это от него вся стойка запитана, электрогенератор. Того папиного носорога я посадил вот сюда. Где-то он только что был тут гусь замечен, вот он. Сейчас что? Поменял я сюда меньше аэролист поставил. Ну, в принципе, тут сейчас и не нужен. Ну, чтоб был. На всякий случай. Им нужно течение кориком и помпа. Вот это пустую тут. Но не готовая еще, зеленая. Не готовая. Я смотрю, вот они как раз... Ага, вот сиреневых хватит мне вот этих бурячек. Хай ее выбивают тут. А вот зеленую хочу сделать. Или желтую. Вот зеленые и желтые мне давали разные цвета. Все цвета радуги мне давала. Вот у меня тут была оранжевая такая. Где она делась, я не знаю. Где-то делась, где-то тут. Тут надо найти. Она давала мне свет цвета радуги. Пробросы были. Ну, были и белые, конечно. Но от нее и голубые получались, и синие. Чпокал ее, по-моему, какой. А ее, по-моему, одноглазый выбивал. Вообще, этот самый, вот этот вот мятный. Где он? Уже не помню, в каком он у меня аквариуме сидит, короче. Ну, попробовать, может, сиреньку отсадить. Вот эту, да, такая она вот пузатенькая. Пузатенькая. Может, и сегодня, а может, и не сегодня, может, завтра отсажу. Засунул еще мох сюда. Он тут неплохо растет, в этом аквариумчике. И вон, видите, сразу кривендосины там уже чук-чук-чук себе зависают. Их там нормально сидит. О, а то, что такое. Доедают желтую. Ну, хрен на вас. Ага. Курица сидит тут. Курица сидит тут. Лохмадей не знаю где.
Где-то заныкался, где-то опять ныкается, скорее всего, вон он, вон, я вижу, вон он над помпой, он хоть не сдох там, ты, гусь, о, скидж, юркнуто, он там, он выглядывает морда, он, видите, клюв высунул свой, вон он, высунул клювец, хоп, вон он, да, блин, был, как они там, не дамбо, как они, стал короной, бедный петушара. Короче, Лохмадей теперь соответствует своему имени Лохмадей. Данюк делать без понту, они долго растут. В общем, и все. Попробовать серпасов миноров, но они рано еще. Я их молодых вообще совсем брал, потому что им еще рановато. Ну, как-то так вроде, все сказал, рассказал. Хотел клеить аквариум, но в доме такая жара, что мы просто в чаде. Пусть чуть-чуть похолодает. И еще собирать надо мне на помпу. Нашел я помпу, обойдется она мне в 3 с лишним. На 3 метра подымает она. Ну, это для аквариумов. Не такое, я уже думал, погружной вот этот взять дренажный насос, но это будет сильно быстро вода будет, во-первых, набираться. Короче, то, что надо, там 2500 литров в час. Кто хочет помочь, в описании есть реквизитики. Буду премного благодарен. Нашел я на Вальке помпу такую. Что это, ля? Схватила кусок рыголистника и хлоп-хлоп жрет. О! Комса, ты что ты? Водорослежуй. Ах и водорослежуй. Где второй твой кентюха? Вот он. Кент, вот он. Видите? Заныкался. Ну, в общем, как-то так. Сейчас дам мотыля. Мотыля. Ну, остальных подумаю. Еще чем я буду кормить. Может и мотылем всех покормлю. Как-то так. Все. Бобики, там все у них фэншуй. Все, подписываемся, кто не подписан, кто подписан, молодец. Всем спасибо за просмотр. Поднял, обнял до хруста, приподнял. Подбросил, поймал. Мир, дружба, жвачка, всем покедова. На заставочку ляпнуть вот так вот. Вот так вот, да? Вот так. Вот так, вот так лучше. Шмендых. Есть. Вот они. Вот они, намотаны они. Вот они намотаны. Да я телефон включил заряжаться. Трах, бах. Вот струбцинки я уже достал, приготовил. Вон они лежат. Шо вы, бобики? Да, сейчас будете хавать. Потерпите. А тут у нас струбин зарядилась или нет? 86%. Как-то так. 7 минут, 8 до 8 минут доклацаем, да? Ну, доклацаем до 8. Сейчас пепу поменяю, пойду. Воды, как обычно, вечером вообще с крана не бежит никакая. Пойду поменяю у пепы. Залью ей бутыль воды еще. Вот она стоит. Но она такая горячая. Капец, там магаз без кондиционера. И так вообще анциком хорошая температура 24. Это я знаю. Мне Саня спец говорил. И они у меня и получались при такой температуре. Вот Пепе надо холодную воду, но там такая же горячая. Короче, что-то буду думать. Может, обычную свою отстоянную залью. Она вроде более-менее прохладная такая. Как-то так. Что ты, Валерьян, ждешь еды? Да? Валерчик. О, знаешь, какой Валера. Но Валера не такой слизкий, скользкий, как бобики. Бобики те скользкие вообще капец. О, говорил 8 минут, уже 8.45.